Как тебя зовут? Паша Смольников. Курьер. Да вы сами кто такой? Майор Гамаён. Федеральная служба защиты. Отдел Н. Он такой опытный полицейский, он все на свете прошел. И что он до такой степени талантлив и опытен, что это уже такой высший пилотаж. Он ловит упырей, он ловит оборотней, вампиров. Он одинокий, он живет один, но с таким сумасшедшим профессионалом, специалистом, который весь посвящен своей работе, естественно, ни одна женщина жить не будет. Одинокий волчара. Ты мне нужен. Ты их чуешь. Героя моего зовут Паша. Он работает курьером. Ему снятся странные сны. Он не понимает, почему они ему снятся. Ему снится все время как девушка, с которой он не знаком. Он не понимает, почему именно она ему снится. И он пытается в этом во всем разобраться. Ты воин. Она княгиня вампиров и просто певица в обычной жизни. И мы встречаем ее в не самый простой период ее жизни. Происходит некий переворот в мире вампиров и всякой нечисти. Она встречает его, Ваниного персонажа Пашу, и думает, что он сейчас ее спасет. И вот весь фильм, она все не может понять, воин он или нет, спасет он ее или не спасет. Она из Паши, ей доверять нельзя. Я должен спасти его. Мы ловим упырей-вурдалаков, но это не упыри-вурдалаки, а как в хорошей русской сказке, это те люди, которые ходят среди нас, живут и мешают нам жить. То, что тебя не убивает, делает тебя бессмертным.